Первый этап пройден. Самое время сбросить ненужный вес. Проклятые сестры молока! Дороги это для слабаков! Второй этап! Надеетесь меня обойти? У меня есть то, чего нет у других. У меня есть семья. Отцепись, этанол! Вот вам, сестрички. Я еще не сошел с трассы, улитки! До скорых встреч, Винни! Ой, хорошо, что я пристегнулся. Эй, ты! Ты арестован! А ну, вернись! О, нет. Они разнесут парк. Да, и если они доберутся до сокровищ... Сокровищ? В смысле, парк — национальное сокровище. Так что мы должны остановить Лагранжа. Дедушка, осторожно! Фух, Гвен, что ты сегодня ела? Это не я! Это запах серы от грязи. Неважно, есть идея. Этот запах навел меня на мысль о насекомых. Кто заказал на завтрак зеленую жижу? А это что? Эш, муха, нас дожидаются сокровища. Эй, сокровища мои! Попалась! А ну, пусти! Нет! Дурацкий капот! Вы разберитесь с ними, а я должен догнать Лагранжа. Положись на нас, Бен. Ого, Бен сегодня явно в ударе. Я так им горжусь. Он рискует собой ради парка. Сокровища. О, кибермишка. Похоже, остальные отстали. Люблю старые добрые гонки. Что? Не может быть. Это же... Ваши права и техпаспорт. О, и без шуток, тормози. А заодно гони карту сокровищ. Джорджи, прочь! Что ж, похоже, по-хорошему не получилось. Думаешь, это остановит Лагранжа? Когда я тебя поймаю, ты крупно... Сокровища будут моими! Опасно, не входить. Эй! Гонка не окончена! Лагранж... Уверяю тебя, я уже выиграл. Что? Вода в плёс. Ладно, берем поесть. Что? Фантастик! Осторожней! Свое получит. Еще один прыжок, и сокровища мои. Да, я непобедимый чемпион. Ты ведь итальянец, верно? Как по-итальянски будет капуша? Красный француз. Ну ладно, пожалуй, я переборщил. Будь проклят, Анисон! Здесь не очень-то уютно. Что? Сокровище? Оно существует! Я знал! Это потрясающе! Сейчас все взорвется. Сокровище или Лагранж? Деньги или Лагранж? Скорей!